А теперь готовьтесь, ребят. Сейчас кое-кто может намокнуть, потому что в эфир вваливаются Bisc Enjoyers. Как дела у тебя? Что происходит? Почему они стреляют по мне? Это что за фигня? Я просто хотел пофаниться на этом турнире. Ну, ребят, закупки. Хотя битва дойдет за ключи. Вот это ты! Этот. Каламбурошник. Каламбурошник, да. Справился. Он тактически задымил проход свой. Да. Я думал, он не планировал это случилось по естественным причинам. Ой, тут анимация скрутки. Да, да, да. Клево, я из глаз сейчас в базу засмотрел. Чё-то говна навернул, небось. Он же сделал прикольный лозунг на латыни. Глеб инфлюит ин нобис венас калифактио корда ностр. Индефинита унитамин молодми. Ни у кого никто не вызвался случайно. О, Костик, отлично. Мы выясняли, что стоит добавить к нему одну букву, и он становится самым милым персонажем в игре. Знаешь, какую? Букву П. И он будет капустик. Капустик. Блин, мне не всегда все подписаны здесь, как кто победил-то. Я что-то про... Квест, то ли Флин. То ли вы... Да, кто их разберет постоянно? Победила дружба! Пишут, что даже тут вы очень быстро кончили. Ну, прям да. Ну, знает слабые места. Да. Почему моя бывшая в чате сидит, я не понимаю. А на самом деле это нынешняя. На самом деле это твой второй аккаунт, я знаю, Саша, я все Но знаю. Я же и говорю нынешняя. Ты меня слушаешь вообще? Хорошо, прости. Prepare to fight. 3, 2, 1, fight. Но зато сейчас, на самом деле, нормально Дискорд сделал. Но я решил взять все-таки другой и взял слоган от Свитазар. Это девушка, насколько я понимаю. И она предложила такой очень изящный и философский слоган. Неважно, какой у тебя уровень, главное, сколько опыта ты смог собрать. Ау. И мне... Вот, и слоган, соответственно, подобрали, исходя из этого. Убийство ценнее награды. Вот описание нашей баллады. Дабл ауф просто. 4, 3, 2, 1. Вуу! Извержение началось. Полоскание. Да, сори, я забыл. Я забыл выключить микрофон. Твои звуки, Леня, услада для наших ушей. Ой, никто особо сильнее меня не будет. Фак! Мы просто, чатик, мы хотим показать много уникальных ситуаций, которые дарит Apex. Мы не хотим задерживаться как бы в одной катке, там в какой-то момент будет скучно проседать темп, а мы хотим, чтобы прям вам насыщенные 2 часа было. Ну, кому интересно, когда там 40 минут просто бегаешь по карте, там лутаешься, вот это все. Нет! Когда там топ-1 берешь, что эти все скучные штуки, кому не нужны? Слушай, вообще, это ни разу не брал и принципиально не буду. Единственное, что я не могу их переименовать. А, могу! Можешь, боже можешь. Мой. Да, начинаем. Погнали! Не надо портить мой ник, я выверенным таким делал. Тебя дети по клавиатуре пробежали? О, ну радует, что у них 2 человека играют с геймпадами. Это на самом деле хорошо. Блин, ну не дай бог. Не дай бог. A few moments later. Да вы чё? Нет! Невозможно! Так, фен начал. Опа, раздал по броне. Неплохо, фен. Следим за ним. Он наш краш, так сказать. Неплохо. How do you do, fellow kids? А как узнать, что мы выигрываем или что? У нас справа вот сейчас есть 3. А мы какие? Голубые, наверное, да. Ну, вообще ничего удивительного, если я с вами. Как говорится, welcome. Внезапная вечеринка намечается у нас. Да, тоже я не знаю, есть ли это карта в ротации, сорян, но как бы... Одна команда в ротацию сегодня получит на этой карте. Ну, бегает там где-то. Нет. Понятно. Нормально, в этот раз достойно забрали. Я, по крайней мере, убил кого-то, знаешь, так что я уже считаю, план перевыполнен. Я практически тоже, я не успел просто ударить последний раз в морду. Почти убил, это название моей будущей команды, кстати.
Можно в личку нецензурный вариант слать, если что. Я готов принять. Он имеет в виду герба, не стоит дикпики ему присылать. В смысле? Подожди, какие гербы? Почему Тельман спрашивает, а титьки тебе присылать можно? Тельман, твои я жду больше года уже, не знаю. Почему приходится просить дважды, я не понимаю. Мне, кстати, ни разу дикпики оба, не присылали. Увидел. За все мое время существовало. Забрал, кстати, все. Можешь Глебу спросить, каково это? Глебу дикпики присылали? Покажи мне свой боевой оскал. Какие, блин, гранаты. Блин. Лёня, понятно, здоровье века. Ты улетающая в небо женщина. А чё ты не полетел? Я не на ту кнопку нажал, да. Ты отменил теперь откат способности? Да, еще 5 минут, ребят, буквально. Давайте постоим. Оп, так, бегут в одну сторону, в сторону зоны. Вижу там дурашку, говорит мне игра. Интересно, про кого это? Кошка пришла ко мне. Хочешь в турнир попасть? Турнир. Глеб проспал. Так, Базузу, Фокса разобрали, остался Базузу совсем чуть-чуть жизни, но я думаю, что тут все, да. Все, все. Там затащил Гибралтар и ульты вон. Гибралтаром был Флинн. Этим Гибралтаром был Флинн. Я так и сказал. Уа, все, отстаньте. Без проблем поменял на фазовый переход. Все, фазовый переход решено. Она все равно в ротации. И она, по сути, следующая была, но я решил внести элемент рандома, но раз. Я слышу, ты еще голосуют. Какой-то элемент захотел внести сейчас. Открыл новый элемент, скажем так. Это случайный элемент. Мы не можем о нем говорить. Он, видимо. А, сзади еще враги, вот там еще враги вторые, сука. Ты ёпта! Все, ой, да, ой, да, ну ой, ой. Он четко, он настолько четко стреляет, что это прям добивает. Я добивание подглючило, но. Так, сам Русяич стреляет. Блять, меня уронили. Опа, так, Русяич лег. Повалили, но поставили Русяич купол. Улетел под куда под. Улетают, спасают, собственно, на подъем друг друга. Так, так, Русяичевскую команду почти все разобрали. Блин, вот сейчас. Добивает, значит. Да, двое прилегли. У нас остался только Ребепчик, если только он успеет играет... куда-то свалить. Ну, пососали. Я тоже мастер. Каждый мужчина должен в своей жизни попробовать что-то новое. Да. Я не вижу, где они вообще. А, зачем рукопашку иду? Я. Мы чемпион. Я лично, не вы, блядь, двое.